Каждый малыш с нетерпением ждет Нового года, волшебства и подарков. А каждый взрослый стремится дать ребенку все самое лучшее – подарить любовь, заботу и радость. Такую цель преследует акция «Вместе подарим улыбки детям», инициаторами которой являются администрация Ленинского района, Совет лидеров молодежи и Белорусский союз женщин. Местом проведения праздничной программы для детей с особенностями развития стал семейный игровой клуб «Bubble Gum», где дети могли поиграть и повеселиться вдоволь. Детям в основном уделяют внимание тогда, когда наступает Новый год или какие-то праздники. И мы подумали, что было бы отлично, если мы смогли бы собирать их без повода. То есть, пускай даже сейчас есть повод, но, как правило, это происходит без повода. И дарим им чуточку добра. В первую очередь для них, как правило, создаются условия для игры, максимального комфортного пребывания. Затем для них аниматоры делают представления, им очень весело играть. Потом, как правило, мы им дарим классные подарки. Акцию активно поддерживают предприятия города, неравнодушные ленинцы, которые своими силами помогают создать праздники, подарить детям не только подарки, но и счастливые воспоминания. Ведь главная награда для взрослого – счастливая улыбка ребенка. Коллектив предприятия, которое я возглавляю, всегда с вниманием и с поддержкой относится к таким акциям, когда есть дети, которые нуждаются в какой-то помощи, в какой-то заботе. Ну, всегда у нас находятся люди, готовые не пожалеть своих собственных денег для того, чтобы мы могли подарить какие-то маленькие подарки, дать детям сознание праздника, вызвать у них улыбки на устах. Это как бы, ну, для нас это приятно, и мы считаем, что это как бы наш такой вот как бы долг перед обществом. Детей встречала Снегурочка, и первым подарком стал новогодний волшебный снег от Деда Мороза. И, конечно, какой же новогодний праздник без веселых хороводов, загадок и подарков? Всего было много. Настроения, волшебного искристого, танцев и конкурсов. А это самое главное, ведь особенные дети хотят быть счастливыми, с нетерпением ждут Нового года и пишут письма с самыми заветными желаниями Деду Морозу, с надеждой, что они обязательно сбудутся. Ирина Кузьмич, Григорий Пекарский, Дмитрий Лазарчук, телекомпания БукТВ.